Письмо украинских комбайнеров ко всем механизаторам страны об образцовой подготовке к жатве и успешном ее проведении нашло горячую поддержку у механизаторов Смоленщины. В Демидовском районном отделении сельхозтехники главное внимание уделяется качеству подготовки зерноуборочных машин к страде. Комбайны обеспечиваются запасными частями, за ремонтом наблюдают опытные специалисты. В области ожидается хороший урожай картофеля, и механизаторы мастерских сельхозтехники в поселке Кардымово спешат привести в порядок машины для его уборки. У них свой календарь. Он предусматривает весь годовой план ремонта комбайнов завершить к началу уборки урожая на полях области.